Вітаю всіх глядачів «Сьомого» телеканалу. Це програма «Світло» і з вами Тетяна Милимко. І сьогодні ми в медичному домі «Одрекс» будемо знову спілкуватися із лікарями. Давайте привітаємо. Тендіт Ігор Павлович, невролог медичного дому «Одрекс». Поговоримо ми про інсульт та чому важлива кожна хвилина та як діяти пацієнтам. Доброго дня. Доброго дня. Отже, інсульт. Що це взагалі за процес? Які його головні ознаки? Та чи є специфічні симптоми, які можуть вказувати на початок цієї судинної хвороби? Тим більше, я так розумію, що сьогодні літо і сьогодні більше говорить про це. Да, інсульт є достатньо серйозним осложнением в сосудистых заболеваниях. Это второе по частоте осложнение после инфаркта, которое часто приводит к инвалидизации больных. Поэтому инсульт очень опасное осложнение, и его наступление желательно предупредить. Поэтому основными причинами возникновения инсульта – это гипертоническая болезнь, нарушение работы сердца, сахарный диабет. А основными признаками является нарушение функции конечностей, работы лица, мышц лица, нарушение речи, в крайнем тяжелом случае потери сознания. Що найчастіше стає спусковим гачком взагалі інсульту? Прийом препаратів, стрес, наприклад, чи спека, так? Взагалі якісь первинні захворювання, чи спадковість, можливо? Ну, чаще всього причиною інсульту є заболівання, яке є у пацієнтів. Я уже перечислял, это гипертоническая болезнь, когда пациент не принимает гипотензивные препараты, и его цифры артериального давления начинают резко подниматься вверх, особенно сейчас, в летний период, бывают часто гипертонические кризы. Вот. Это нарушение работы сердечной мышцы, как правило, это аритмии. Чаще всего это фибрилляция предсердий, которая приводит к образованию тромбов сердца, которые вылетают и попадают в головной мозг, приводя к образованию инсульта. Ну и еще одним грозным причиной является сахарный диабет. Сахарный диабет – это заболевание, которое чаще всего является фоном для развития острых нарушений мозгового кровообращения. Чи є певна група ризику? Можливо, це вікова категорія якась, так? Чи якась схильність до інсульту безпосередньо? І може він виникнути у здорової людини? У здорового человека крайне малая вероятность возникновения инсульта, как правило, наследок стрессу, например, это наследственные факторы. Чаще всего это геморрагические инсульты, связанные с наследственными патологиями сосудов, это артериальных, это аневризмы, венозных, это мальформации. Человек живет с этой проблемой долгие годы, потом какой-то стресс, физическая нагрузка приводит к тому, что происходит разрыв, кровотечение и развитие геморрагического инсульта. Если говорить за ишемические инсульты, то чаще всего причиной ишемического инсульта является возраст, соответственно, пациентов. Мужчины – это старше 60 лет, женщины – старше 50 лет. И наличие сопутствующих заболеваний в первую очередь. Вот. Наследственный фактор – это причина, связанная с наличием того или иного заболевания. Допустим, наследственный сахарный диабет. А чи молодіє взагалі ця проблема, скажімо так? Тобто, чи може в юної людини виникнути інсульт? Да, к сожалению, инсульты молодеют и уже появляются у более молодых людей. Ну, это в первую очередь связано с патологией, которую наследует пациент молодой. То есть он живет с этой проблемой, и эта проблема в какой-то период себя проявляет. Я уже говорил вам за аневризмы и мальформации, это может быть патология крови, и резкое повышение свертываемости крови может привести к образованию инсультов. У молодых женщин это прием противозачаточных препаратов. Часто очень, и сейчас частота применения этих препаратов снизилась, потому что они могут приводить к возникновению, к резкому повышению свертываемости, возникновению инсульта именно у молодых женщин.
Що стосується крові, ми знаємо, що є якісь зміни після ковіду, так, і люди більше схильні до виникнення інсульту. Що можна взагалі рекомендувати, можливо, якусь профілактику робити людям, які перенесли ковід? І протягом якого часу? Тому що я чула, там півроку треба, там, чи 2 місяці достатньо. Навіть 2 тижні. Да, ковід – це тяжеле заболевание. И одним из осложнений является повышение свертываемости крови, поэтому люди, перенесшие ковид, должны длительно принимать препараты, влияющие на свертываемость, это антикоагулянты. Все без винятку? Чи ті, у кого ще є? Ну, как правило, люди, перенесшие коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, с дыхательной недостаточностью, длительное нахождение в стационаре или в реанимации. Вот. И, соответственно, они должны периодически сдавать анализы крови на свертываемость и по рекомендации врача в определенный период времени принимать противосвертывающие препараты. Так, а які взагалі є перші ознаки інсульту? На що треба звернути увагу, аби не пропустити щось важливе? Тому що ми розуміємо, що тут йде мова на секунди просто, так? Ну, є 4 характерних признака. Перший – це нарушення функції лицевої мускулатури, коли з'являється слабость в одній з половин, либо лівої, либо правої половини лиця. Второе – это слабость в конечностях, когда нарушается движение, и человек не может двигать либо левыми, либо правыми конечностями, либо в этих конечностях появляется слабость. Нарушение речи. Речь становится либо вязкой, непонятной, либо вообще пропадает. И четвертый признак характерный – это нарушение уровня сознания. Вот. Поэтому, если возникает тот или иной симптом, то человек должен быть уже насторожен в плане возникновения у него инсульта. Тем более, если он понимает, что у него есть какие-то заболевания, которые могут провоцировать инсульт. Я уже говорил, это гипертоническая болезнь, это нарушение ритма и это сахарный диабет. Вот если у такой категории людей возникают такие симптомы, он в первую очередь тут же должен обратиться к врачу. Чи можлива тут терапія і взагалі повне відновлення після інсульту? Я так розумію, що є можливість ще повторення інсульту, так? А звісно, хочеться якось уникнути максимально того. Ну, терапія, существує 2 доказаних методи лічення. Перший – це тромболізис, який осуществляється в перші 3,5 часа після виникнення інсульту. І тромбоекстракція в перші 8 часов. Поэтому человек должен как можно быстрее обратиться к врачу, попасть в больницу. Ему должен быть выставлен диагноз и проведено лечение. Потому что все остальные препараты, которые мы применяем для лечения, они в основном носят поддерживающий симптоматический характер. Поэтому очень важно вовремя и быстро обратиться к врачу. Сколько взагалі часу пациент має перебувати у стаціонарі? Ну, в зависимости от тяжести инсульта, это от недели до 3 недель. Період реабілітації, з чого він складається взагалі і теж як довго триває? Ну, період реабілітації починається практично з перших днів заболевания. На 2-3 день, как только стабилизируется артериальное давление пациента, с ним начинает работать реабилитолог. Пациент сначала пассивные движения руками, потом пациент садится, встает. То есть чем активнее и быстрее он начинает работать с реабилитологом, тем более эффективно и быстрее он выздоравливает. В принципе, можно на 100% відновитися після інсульту. Да, 100% можно видно. Ну, ми говоримо так, як якісь фізичні вади, на які можна звернути увагу. А чи є щось із психікою стається взагалі? Якось впливає інсульт на нашу психіку? Да, конечно, все зависит от зоны расположения ишемического очага в головном мозге. И если он затрагивает лимбическую нервную систему, которая отвечает за поведение человека, то, конечно, возникают и грубые нарушения поведения. Тем опасен инсульт, что он обладает очень высокой инвалидизацией. Это связано как с нарушением двигательных функций, так и с нарушением психики больного. Какая вероятность, что инсульт повторится? От чего это зависит? Это зависит от образа жизни, в первую очередь, пациента. Если пациент соблюдает, не курит, не пьет, занимается здоровым образом жизни, следит за своим артериальным давлением и показателями крови, то вероятность, конечно, крайне мала.
Як все ж таки якось зберегти себе, можливо, своє здоров'я? Так, здоровий спосіб життя – це добре. Чи треба робити якусь профілактику для здорової людини, скажімо? Чи, можливо, яка знає, що в неї є якісь додаткові хвороби, але вона не хоче, звісно, отримати інсульт ще? Ну, конечно. Ну, в первую очередь, это соблюдать трудовой режим, не перегружаться. Если в летний период, то, естественно, стремиться не находиться на открытом солнце, то есть не перегреваться, не переохлаждаться. Если есть заболевание, то вовремя принимать лекарственные препараты. Ну, в принципе, здоровое питание также влияет на профилактику. Та стрессостойкость, напевно, так? Да, 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 но стресс – это, конечно, достаточно частая тоже причина. Это в результате стресса повышается артериальное давление и, как следствие, тоже может возникнуть инсульт. Дуже дякую вам за ці відповіді. Вони корисні, насправді. Я думаю, що і важливими будуть для наших глядачів. Хочу нагадати, поговорили ми із неврологом медичного дому «Одрекс». Тендіт Ігор Павлович був у нас в гостях. Поговорили ми про інсульт, чому важлива кожна хвилина та як діяти пацієнтам. Ще раз дякую вам. Дякую. Це була програма «Світло» на 7-му телеканалі. Провели її з вами Тетяна Милимко. Всього найкращого вам.